Здравствуйте, чат. Как ваш, ничего? Рано или поздно это бы все равно произошло, но, ты знаешь, я ускорил события, так сказать, форсировал их. А Даша не против? Я не знаю, она что-то сегодня с утра собралась, какие-то чемоданы взяла, уехала. Я забыл спросить, она, наверное, ну, за продуктами пошла, да? Что-то, правда, дозвониться не могу там. А это смс-ка, типа, ну, со словами, ты... Ну, типа, я не знаю. Ожидается самый токсичный стрим? Нет, я обещаю, что я буду максимально тактичен. Я, вот посмотрите в эти честные глаза. Я обещаю, что буду максимально токсичен. Не, подожди. Я ведь даже не хотел этого говорить, это не шутка была. Оговорщик по Фрейду. Я обещаю, что я буду максимально тактичным, а не токсичным, хорошо? Вот так вот, окей? Почему, мистер Аптип, почему? Во имя чего? Что вы делаете? Зачем? Зачем играете? Зачем продолжаете драться? Неужели вы верите в какую-то миссию? Или вам просто страшно погибать? Так в чем же миссия? Может быть, вы откроете? Это свобода? Правда? Может быть, мир? Или вы боретесь за любовь? Я просто мщу. Это наше будущее. Подумай, сколько жизней мы спасем. Черт возьми, Джоэл. И что же ты? Ну, я его огнеметом сжег. Я ее спас. А тут я, ну, бомбы взорвал, мозги с потолка, ну, падали. Я сказал... Иммунитет ничего не значит. И она поверила? Она ничего не ответила. В том-то и суть, что она не поверила, они поняли друг друга тогда. Только Дракман, походу, решил переебать по голове сюжету. Ой, все, я молчу. Спокойно. Спокойно. Пустили нас. Странником предрекали, что ты уничтожишь Эбби, а не примкнешь к ней. Восстановишь равновесие клюшки, а не ввергнешь Евангар. Ты был нам как брат, Артур. Мы любили тебя, но не смогли спасти. Милая. Месть. Бля, это будет хорошо. Сейчас, давайте по итогам сегодняшнего стрима мы решим, будем мы проходить игру полностью или нет. Хорошо? Ну... не так, давайте я перефразирую. Мы решим в конце сегодняшнего стрима по моему состоянию. Ну, то есть, будет ли здесь все разбито? Возможно, там стены будут обмазаны, ну, там, чем-нибудь, вот это вот, будет ли у меня безумный лихой взгляд, вот этот вот, ну, если нет, то, ну, посмотрим. Некоторые называют эту штуку бревном. О, нет. Смешно. Все, вот, не пойте. Ох, yes, I love you, of course, yes, oh my god. Обещай мне. Давай. If I ever want to lose you, I surely lose myself. Everything I have found here, I've not found by myself. У тебя после моего ухода та еще мальчика была. Лозу, myself, так, потом. Она... Чат соревнуется в остроумии. Я вообще-то о твоей ссоре с Сетом. Чел бан купил, я бан слаще, чем это. Остались, а ты к ней лезешь? Нет. Аноним пишет. Ты вчера играл, а Эбби пила яйца куриные. Ты делал аптечки? А она клюшку. Ты стрелял из лука, а она качалась. Сейчас она протеинчика бахнет, и готовься к встрече. Спасибо тебе большое. Мое имя. Смотришь на часы, потом на девушку. На часы на девушку. Она спрашивает, почему вы смотрите то на часы, то на меня. У меня часы волшебные показывают, есть ли на девушках ниже им белье. Что же они показывают про меня? Что на вас нет трусиков, но они есть. Значит, спешат. К чему ты это написал? Ну ладно, это было смешно. Это было смешнее, чем шутка про другие часы. Чё, такой токсик. Спасибо. Ты выполняешь за меня мою работу. Я спокойно играю. Чат. В тот же момент чат, смотри. Стрим спонсирован магазином инвентаря для игры в гольф и крикет «Веселые клюшки». Наши клюшки просто не выйдут у вас из головы. Держите себя в руках, пожалуйста. Все хорошо, только та-ти-ра-ти-та-ти-та-ти-ра-ти-та-ти-та. Вспомнил старый этот номер «Утомленных солнцем». КВН, помните, ну, прошлый век, там, бумерские шутки. Даша, получается, теперь свободна. Привет, ты там, Джесси. Это, руки свои вот это вот перестал тянуть, пожалуйста. А то я тебя найду через 7 лет. Близняшки Кин появились на свет в лаборатории Блик. В результате мозг уже потек. Обычно это происходит спустя полтора часа. Экскремента, да. По усилению человеческих чувств.
После того, как опыт был сочтен неудачным, их подбросили на порог сиютского приюта. Сиротского приюта. Слова сами лезут, да? Угу. Только поперек. Ну, Дина! Дина! О, да. Привет, привет, любимая. Так, а 7 лет прошло. Черт! Эй, смотри на меня. Эбби, не смотри вниз. Даже прыгнуть можно будет дальше? Обратно или... идти тем же путем. Или они... Тебе, ну... это шанс преодолеть свои страхи. Дракон такой... Надрать бы тебе задницу. Эбби. Не то чтобы я хотел, мне просто нравится персонаж, но, блин, проверить надо было, да? Ты пытаешься высоту избить. Подписочка с бобром в комплекте. Как отключить озвучку? Спасибо за игру, мне лично сейчас очень вкатывает. Надеюсь, никого не прерву. Эбби, не кокетничай. Ну, кое-кого прервал, получается, Нитерпрайз, спасибо. Фух. На этом следовало бы, наверное, остановиться. Еще разок. О, боже, да. Ну, ведь... Еще разок. Нет, держимся в руках. Мы же не хейтеры какие-то. Манит она меня, манит. Это высота. О. Смотри, я уже специально чуть не упал. Ты живой? Ты, говорит, живой? Живой? Эбби. А, тут у ворота же есть, точно. Точно. Тут же прям у ворота доджи. Ку-ку. Ба-бам. Жалко, башка не отлетела. Ну, типа... Сука. Мне не нужен пистолет, блядь. Как стать такой крутой? Нужно тренироваться 7 лет мотивированно. Как отсюда выбраться? Слабачье. Прогрызи дверь, бля. Вот так и выберись. А можно проходить за Эбби в Т-позе, чтобы казалось, что она машина неубиваемая? Бля, чёрт. Ты знаешь, я ведь стараюсь. Хотя бы, блин, постарайся держаться со мной. Ну, я знаю, что многим эта игра нравится. Я стараюсь быть тактичным. Токсичным, опять же, блядь. Тактичным по отношению к ним. Ну а нахуй? Зачем мой лут кулаки не прокачать? Слушай, я получаю большое удовольствие от игры кулаками. Надо просто по ходу играть, чисто кулаками всех бить. Я думаю, кстати, зараженный плакал. Он понимал. Он понимал, что к нему идет. И понимал, каковы его шансы. Нахуй. Жесть. Джоэль там... Пук-сренька, пук-пук-пук-сренька. Короче. О, да. Эбби дала ей легкую смерть. Подростки такие есть? Ну, тогда Томми тоже подросток, потому что у нее тоже кардинальным образом изменился характер в этой игре. Эбби тоже подросток. Отметишься? Эбби переросток. Что здесь было? А тут мило. Дина, тут есть диван. Тессерактор. Меня нет. А карточка Эбби есть? Блин, чат просто не успокаивается. Я ведь стараюсь, чат. Я же стараюсь. Карточка Эбби. Гольф-машина. Сила 100. Ум минус 100. Я не хочу с вами разговаривать. Вы токсичные. Токсичное сообщество токсиков. Ты же любишь токсичность? Я? Да я бы никогда. Охренеть. Ой. Ой. Эбба вошла в комп. Интересно, он в порядке? Шалом, так первая часть только на днях вышла, когда они успели вторую релизнуть. Людвиг, я сам в шоке. Просто, короче, запускаю PlayStation, а там игра. И по телефону звонок. 7 лет. О, сейчас мы будем проверять. Во второй части, наверное, тоже работает. Так, смотри.
Слушаем звуки. О! Слышите? Долго. Сначала найдем, потом проверим, окей? Елена Кошка, как тебе не стыдно? Господи. Какие же вы все-таки хейтеры токсичные. Обезьяна взяла в руки палку и стала человеком. Человек взял в руки клюшку и... Ну, веди. Почему Элли не может, блин, стекла разбить? Эбби, значит, руками может, а Элли ножиком нет. Ты сравнил человека и Эбу. Кони заражаемые. Тут, по-моему, вообще все животные не заражаемые, да? Потому что мы помним, как там ходили жирафы, обезьянки, птицы летали. По-моему, здесь действует только на людей. То есть на Эббу не действует. Эбба машина, а не животное. Эбби, 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 почему ты пьешь тосол? Потому что я машина. Элли, посмотри на пол. Там еще что-то есть. Ты видишь, как спуститься? Здесь никак. Эбби бы спустилась. Она бы топнула ножкой, и ну все. Что у него там такое? Ясно же, секс-берлога. Поэтому он тебе и не рассказывал. Надеюсь, что секс-берлога, а не что-то еще. Он страдал от одиночества. Как это мешает тому, что это секс-берлога? У него тут кассеты. Без наклейки? О, черт. Dawn of the Wolf. Smash Brandy Scooch. Это порнух. Интересный выбор, Юджин. В смысле, интересный. Ну да, не с мужиками, как тут принято. Блин. Это же... Это похоже на свечки. Я думаю, это свечки на Новый год у него тут, да? Для торта. Неплохо. Срань. Дай-ка сюда. Ну-ну, будто у тебя выйдет. В жопу. Ты совсем долбанутая. Вот. А потом они сгорели заживо, потому что нельзя шутить с бычками, нельзя кидать их в гору тряпья сухого. А когда они вскакивали, они не смогли убежать, потому что на полу было битое стекло. О, Эбби. Как нам туда залезть? Используем ее. Ее? Меня? Помушлами. Слышь, подруга! Помоги нам! Ой. За мной крадется барабанщик. Это страшно. Это как будто хоррор. Он крадется и стучит. Стучит в набат? Я, кстати, тогда так и не смогла досмотреть стримы до конца, так что так и не знаю, как заканчивается этот шедевр. В этот раз узнаю, бесила и бимач. Приготовила бы бач. Я еще не... мимо походил, клюшкой сразу хватил. А сюжет-то он простой. Рифма проще мне сказать. Сука, блядь, да ёб же ж мать. Блин, дальше не поворачивается. Проверяю систему бетов на донат. Тревога. Обнаружена клюшка. Повторяю. Обнаружена клюшка. Македар, успокойся, пожалуйста. Все хорошо. Если вы вдруг осознаете, что делаете что-то, чего вам делать совсем не хочется, возможно, это работа мотиватора. Так вот, что это такое? Почему я играю в эту игру? Она... Подожди, визуальный контакт через камеру считается? Наверное, считается. А как я через камеру-то, блин? Я думаю, что у Rockstar в ближайшее время будет одна задача. Сделать еще большую доилку, чем... Доилка. Клево звучит. Что-то про бубы. Слышь, чат, покажи доилки. Мне понравилась графика в Horizon 2. Она там лучше, чем практически в любой другой игре. Но, я повторюсь, там глазу особо не за что зацепиться. Там либо камни, либо леса, либо роботы. Ну, то есть здесь именно реалистичное окружение. Поэтому здесь все выглядит живее. Ну, допустим, как часто ты в жизни видишь громозевов? Или рыскарей каких-нибудь? М? А вот машины видишь, я думаю, каждый день, да? Машины. Дома там. Каждый день. Солевые. Сри. Хоп! Бля, давай еще раз, на бис. Ох, хорошо, так как, господи. Ее-то за что? Подожди, в смысле за что? О, давайте на Дину упадем и убьем ее нахер.
Она такая, ой, так, все, хватит. Зато, подожди, если я сейчас ебану сальтуху, то я могу на нее упасть. Вот так. Ладно, все, хватит. Ноутбуки от Republic of Gamers. Нормально. Осталось с этими разобраться. Ну, мы в тебя верим. Спасибо. Кто мы? Ну, она и лошадь. Откуда ты знаешь, что лошадь она? Я предположил, просто есть такое лингвистическое понятие, как лошадь, и ей, как правило, приписывают женский род. Я не то, чтобы кому-то что-то навязываю, потому что это Twitch. Лошадь может быть кем она хочет, однако лошадь в русском языке, как правило, употребляется в женском роде, а конь — мужском. Однако конь тоже может быть она, а лошадь — он. Вы знаете, да? Это же Twitch, поэтому отстаньте от меня. Иначе будет бан, нетолерантные вы гады. Какая красивая конь лежит у меня на балконе. Плавит-то. Так, сколько там стрим уже? 4 часа идет, нормально. На самом деле, я должен признать, что из всех персонажей в игре Дина выглядит хуже всего. Она не выглядит как живой человек, в отличие от Томми. Хотел сказать Джоэля, но Джоэль тоже не выглядит как живой человек. Вы озвучивали Шелкунов, очень если похоже бы было. Жила... Насчет озвучки, я допускаю такой момент, что Даша могла записать на телефон звук, с которым я просыпаюсь. Обалдеть можно. И отослать. Ну, зато мы разжились друг Дракмана. Он эту запись в сцене на яхте использовал. Ты посмотри, сука, какая. Барсустан, я хотел передать тебе, чтобы ты шел в жопу, да. Угу. Ну почему она не пьет? Почему она не пьет? Я также на свиданиях думаю. Ты с клофелином все-таки завязывай, ладно, отвратительно. О, и вот мы здесь. Блять, опять плавит, простите, пожалуйста. Да, представьте, с помощью модов заменить Джоэля на Баррета, Элли на Клауда, ну из Final Fantasy 7 ремейк, Эбби на Сефирота. Не-не-не, смотри. Заменить Джоэля на Ксеноморфа из Alien Isolation, Элли заменить на Терминаторы из Терминатор Резистанс, а Дину заменить... Не, подожди. А Эбби заменить на Кайла Риза. Не, подожди, на Джона Коннора из Терминатор Резистанс. О, а скоро игра про Робокопа выходит. И типа, короче, Дина — это Робокоп. Вот. Прикинь? Прикинь, короче, ну, Робокоп с Джоном Коннором, у них любовь, вот, и они мстят за Терминатора. Нет, за Терминатора, не, подожди, за Ксеноморфа Терминатору. Кайф. Я бы в такое поиграл. Все в порядке? Нет. А что, похоже на то, что все в порядке, Груфорсер? Звучит как новый фильм про хищника. Не, чтобы это было похоже на новый фильм про хищника, нужно Элли заменить на бревно. Вон в Текине есть персонаж Макуджин. Модельку можно выдернуть оттуда и вставить сюда. Прикинь, за Макуджина играть. Вот, а Эбби заменить на модель хищника. И прикинь, бревно ищет хищника. Ну, норм. Вот это вот как-то можно открыть, только я не помню как. Как туда попасть, я тоже не помню. Но как-то же можно? А, ой. Я календарь переверну и снова... 3 сентября. Зона. Зона. Сейчас отметим. Ужас какой. Этот дробовик я сейчас превращу в орудие убийства. У него емкость магазина стала в 2 раза больше.
Так, откручиваю по стволом. Вот. Шомполом чищу внутри от нагара. Прицепляю и стало длиннее. Вот, теперь тут, ну, мощнее стало. Три. Теперь я устойчивым его сделаю, чтобы не шатало. Оп. И смотри, вот так берешь, откручиваешь там ствольные коробки. Вот. Ставишь патроны поперек, чтобы выстреливались. Вот. И теперь смотри, как настоящий. И что туда можно поставить? В общем, медленно стреляет, но если поставишь вот так, смотри, берешь курок, снимаешь, выкидываешь эту срань, протираешь тряпочкой, и все, готово. Прикинь, на презентации Sony выходит Нил и говорит: представляем вашему вниманию новую часть Тлоу, ремейк Тлоу 2. А что тут ремейчить, тут графика, я думаю, через 10 лет не устареет. Но с другой стороны, можно было бы ее стилистически перерисовать. Прикинь, вся история Last of Us, но нарисованная от руки. И при этом это 2D-шный платформер. Короче, такая, ну, нарисованная злая рисовка, похожа на Adventure Time, допустим, или Рик и Морти. И Элли такая Джоэлю: ну, Джоэль, я не знаю, ну, не знаю, ну, его нахер, давай не пойдет, ну, вот это вот, понимаешь? А потом приходит, ну, такая бам-бам-бам-бам-бам-бам, такая с гипертрофированными руками Эбби. Я бы купил. Да, и за 70 баксов, ну, конечно. Позвольте мне сказать... Мне сказать одну мудрость. Чем больше мы отдаляемся от лучшего мира, тем сильнее последующие исправления. Не теряйте надежды на будущее, помните старую пословицу: чтобы изгнать тьму, достаточно всего одной клюшки. Да хранит вас Бог, раввин Зива Сондерс. Кайф, со смыслом. О, блядь, а, простите. В последнее время я чаще не сдерживаю себя и извиняюсь, чем сдерживаю себя. Наверное, такие игры играем просто. Накрыло? Ну да, немножко. Так. Захожу на стрим, и что я вижу? Темная сторона взяла верх. Да. Получается, надо смотреть. Да? Да. Да. Ты говорила, что у меня была тяжелая жизнь, но если бы мне попались убийцы моей сестры, им было бы хуже. Я тебя понимаю. Я думал, что я добегу. Психологическая атака не сработала. Раш не работает. Зачем я все время бегу на них? Нашел? Сука. Самое главное кричать, что нашел. Типа, тебя нашли, чел. Важное пояснение, и вообще это, ну, круто разговаривать с NPC в игре. Однажды Эбби попросили помочь приготовить ужин. После этого все сковородки в доме были согнуты в бублик. Ага. Ну, то есть она бублик готовила, да? Battle Royale с Эбби. Это как типа ивенты были в Fortnite, когда там Танос по карте, допустим, бегал, и все от него шкерились. Только тут Эбби будет бегать по карте. Однажды Эбби собиралась мстить. Так, завязка уже нравится. Оуэн, увидев, что у нее в рюкзаке, с удивлением спросил: Эбби, ты положила банку с протеином и клюшку. Зачем? Ну как же? Берешь банку с протеином и пьешь. А клюшка? Так вот, Джоэл. Блять, я... Ладно бы это хотя бы было смешно. Окей? Твои чресла уже дрожат от предвкушения встречи с Эбби. Я бы не назвал это встречей. Это скорее, знаешь, как столкновение двух континентальных материковых плит. Это примерно как тот момент, когда астероид упал на планету Земля и уничтожил динозавров и Антона. Вот, это что-то такое. Примерно как когда Мухаммед Али сражался с Майком Тайсоном и Брюсом Ли в том фильме. Примерно как столкновение огромной фуры и телефона Nokia. Ты ведь выжил? Ну да. Антон выжил, но закурил. Нарваться бы на патруль. Уже не раз пытались меня выкурить. Кто накопил лярд манулов? Лярд манулов? Свежая кровь. Понимаете, что я уже даже не утруждаю себя член раздельной какой-то речью.
Я просто вижу ваше сообщение и такое переспрашиваю вас. Кто-нибудь там, типа, пойдем лучше в Египет. Я такой, в какой Египет? Вот все мое общение минут 20 последнее. Дина, пойдем с тобой купаться. Элиус обыкновенный выходит из воды на сушу в первый раз. Ту-ту. 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 Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ту-ту. Счет, как же его плавит. Это не называется плавка. Это называется тугоплавка. Сюда явно можно залезть. Это объект СЦП, фейковая комната. Здесь нету никаких окон, но здесь окна есть. Попав туда, вы попадете в бэкрумс и не сможете покинуть это место ни-га. Что? Чат тоже по-своему сходит с ума, надо отметить. Причем делает это как-то так, знаешь, очень синхронно со мной. Получается, как в Тихоокеанском рубеже. Помните, там же персонажи синхронизировались друг с другом с помощью особого интерфейса, который, соответственно, позволял им управлять огромным егерем. Вот. У нас здесь, по сути, свой интерфейс, который называется Last of Us 2. И он позволяет нам управлять огромным эбером. Вот, пипец, мы так одинаково сходим с ума, это просто жесть. В общем, берешь такую и своему ружью приделываешь. Все, больше ничего не приделаешь. Но пистолет свой ты можешь прокачать. Берешь и, в общем, отдачу у него уменьшаешь. Либо можешь емкость. Нет, емкость у тебя есть. Скорострельность, либо отдача. Отдачу берешь и убираешь. Знаешь, как ее убрать? Берешь и ставишь на него дульный тормоз. Опа! И вы великолепны. Видали, как круто? С вами было Разрушительное Ранчо. А что разрушаем? Мозг и понимание крайне хорошего и плохого у зрителей. Игби к нам приходит, Игби к нам приходит. Клюшкой по черепушке звук бодрящий, мисти вкус всегда настоящий. Когда-нибудь эти шутки прекратятся. Хватит, господи, мне и так нелегко. Вы что, не видите? Это писсуары, туда надо писить. А это как уары, туда надо какать. Комар? Прибит. Какой комар? Комар, чё пьёшь? Получается, комар технически, ну, в какой-то степени пьет кул-колу, понимаешь? Учитывая, сколько я его выпиваю, я думаю, пьет он ее довольно много. О, и тут трупы. Тут тоже трупы. Ну. Томми здесь точно проходил. Наверняка он прошел там. И тут трупы. Тут тоже трупы. Томми наверняка здесь проходил. Наверняка он прошел там. О, стекло. Чё, серьезно? Тут еще. Да? Ты не можешь оставить это стекло, оно. Оно великолепно. Его нужно сломать. О, да. О, да. Как победить Артура? Расставить стекла и растяжку под ними. Иди в жопу, чел. Хочешь расслабиться, звони Стейси. Серьезно. Я за тобой наблюдаю. Хочешь большой и чистой мужской любви, приходи сюда 20 такого числа, во столько-то. Как в тупой еще тупее. Такая. Ля какой? Или какая? Бахар Риза. В юности Бахар Риза была перспективной студенткой, но, к сожалению, однажды попала на стажировку к доктору Укману и стала жертвой его несанкционированных опытов. После того, как она приняла экспериментальный препарат, увеличивающий физическую силу, все ее мышцы, включая лицевые, чудовищно выросли и распухли. Она обрела огромную силу, но ее внешность стала настолько жуткой, что от нее отвернулись все. После этого Барбара много лет пыталась мстить Укману в одиночестве, пока однажды не встретила хрупкую старушку Наледи. Их союз в очередной раз подтвердил, что противоположности притягиваются. Союз. В смысле, союз? Я современными играми ни в чем не уверен. Союз какого рода, скажем так? Friend and ally.
Ну, не знаю, не знаю. Но, чат, у нас теперь есть каноничный лор по Эбби. И теперь мы знаем ее настоящее имя. Можно сказать, что мы прохаваны в этом вопросе. В чате усомнились, что ты человек, потому что ты не писаешь. А я не писаю? Вы же никогда не видите стримера, нижнюю его часть. Нижнюю половину. Да? Может быть, я тут сижу на сральном ведре. Сральное ведро же. Господи. Опять в долю секунды, ну, в тайминг попали. Синхронизация. Ах. Тогда мы бы слышали звук падающих на железо кирпичей. Может, у меня микрофон хороший, направленный. Отвратительные шутки. Нравятся. Этой стороной от себя. О, у него мозг отлетел. Посмотри на нее. Кимимела. Когда дом Кимимелы Грин снесли жадные застройщики, она попыталась протестовать, однако общественность оказалась глуха. Тогда разочарованная Кимимела стала изучать поведение животных в надежде превратить его в политический инструмент. Проведя бесчетные часы в лаборатории, она наконец изготовила прибор для телепатической связи со зверями. Теперь, вступив в общество защитников, Кимимела борется за права бездомных везде, где бедствие и жажда наживы лишают людей. Если злодеи отказываются ее слушать, за нее говорят верные четвероногие друзья. Она такая говорит: злодей, или ты сейчас соглашаешься, или мой медведь Боря тебя трахнет. Он такой: нет, только не Боря. Боря, работаем. Кимимела, пожалуйста. Ну, надо же все, типа, за фарш матч, так сказать. Игра не вынесла. Чат, давайте на этом закончим на сегодня. У меня уже мозг реально поплавился. Я не обещаю, что будет продолжение этой игры. Мне чисто физически ее довольно тяжело играть. И ей, походу, меня переносить тоже. Как бы там ни было, это было довольно весело. Но тем не менее. Увидимся на следующем стриме. Проверяйте телегу, проверяйте ВК за анонсами. И лавки-чмавки. Спасибо вам большое за все, за отзывы и за прочее. Всех люблю. И всем пока.